Когда? Сегодня 1 августа 2012 год. В Москве, но в Новомосковском округе, Николо-Хованской деревне, образовалась несанкционированная свалка. Жители деревни эта мусорная свалка не устраивает, но они ничего сделать не могут, так как в деревне нет контейнеров для сбора и вывоза мусора. Сейчас очень жаркая погода. Мало того, что есть вероятность возгорания этого мусора, а среди этого мусора находятся и пищевые отходы, которые вызывают процесс гниения. Вся эта жижа сливается в речку. В этих местах гуляют дети, рыбаки ловят рыбу, люди купаются, не зная о том, что какие могут быть последствия. Молчу.